вами снова я, Жек. И сегодня, короче, мы будем троллить ботов. Или они будут троллиться. У нас есть Иви-бот, Бой-бот и... Чим-бот? Какого фига обезьяна-бот? Да, говорящий шимпанзе. О боже. Ну что ж, кем нам интересно поговорить? Давайте с обезьяной. Тут надо вроде бы строить, сейчас я настрою. Вот, в общем, готово. Так, ну что ж, давайте напишем шимпанзе привет. Я разговариваю с шимпанзе, это странно. Привет. Привет, как зовут? Зовут. Это прям... Меня зовут... Паха. Третья не Полина, а жирный 30-летний мужик, да? What the fuck? What the fuck? Вот. What the fuck? Лена, ты всего лишь бот, тупой компьютер. Я бот? Я тупой компьютер? Какого? Паркер увидел Венеру и Пинки привет. Простите, что наорал. Что? Ты сидишь на просторах интернета и считаешь себя умнее меня. Yes. Я не человек, я им была когда-то. В смысле, обезьяна была человеком? О боже, да что за... Ну, вообще, ты... Вот. Иди ты со своими... Ты бот. Заколебала это меня. Я колебала была меня. Она вообще обезьяна русская, нет? Вы мне какую обезьяну подсунули? What the fuck? Вы что творите, а? Это не русская обезьяна, ребята. Ты русская? Может, пацан? А? Или... Да уж. Я русский. Мама таджичка. Папа из Дагестана. Я чистокровный русский. Капец, мама таджик, папа, да. У него мама таджик, слушай. Папа этот, дагестанец. Она чистокровный русский вообще. И парень. А если это парень, то я буду в шоке. Если у меня имя Алиса, как я могу парнем быть? Скажем мне? И зовут Алиса. Ты Алиса. Какой твой любимый цвет? Ну, зеленый. Мой. Короче, вот такой. Не, ну конечно же нет. Мой рандлера. Короче, это когда контузия. Короче, так пишешь, когда это тебе. Мой любимый цвет это радужный. Тут есть все цветы розовый. Вот это, короче, мне с ней как-то стало скучно. Она втирает мне какую-то дичь, ребята. Ой, ты... Нет, она знает Ивангай. Ты знаешь Ваню? Я помню ту ночь, мы тогда ограбили банк, а потом улетели на Мальдивы, там ты мне изменила. Раскрыта вся тайна ёжика, я встречался с шимпанзе, короче, я изменил. Мы с ней еще к банку ограбили и улетели потом на Мальдивы. Помните, я некоторое время, короче, в школу не ходил, короче, вот я не ходил, потому что я шимпанзе, короче, банк грабил, потом на Мальдивы улетел и изменил ей там. О боже. Я изменил шимпанзе, это жесть. Ну, в общем, что хочу сказать. Это умная шимпанзе. И думаю, на этом видео можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ёжик. Всем бай-бай.